Половина заболевших приходится на столицу Южного Урала. Здесь за медицинской помощью обратилось чуть меньше 10 тысяч человек. Специалисты отмечают, что волна гриппа пришла позже, чем обычно. Мы не имеем раннего подъема, не имеем такой распространенности. И мы считаем, что благодаря тому, что 45% населения все-таки было привито. Преимущественно сегодня у нас идет циркуляция всех видов, это и А, и Б. И у нас появились уже как бы циркуляция H1N1. Соответственно, мы понимаем, что сегодня типичное проявление гриппа – это комбинация вирусов. Однако врачи сообщают, эпидпорог пока не превышен. По региону он ниже на 13,9%, по городу на 22%. Врачи советуют ни в коем случае не заниматься самолечением и в случае обнаружения первых симптомов, затруднения дыхания, кашля и высокой температуры, незамедлительно обращаться за медицинской помощью.